Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скубер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами наконец-таки добили ненавистный раллийный режим, и все, больше мы к нему не вернемся, по крайней мере в рамках Gran Turismo 2, что не может не радовать. Ну а в этой серии мы продолжим выступать в гонках на выносливость. Собственно, они у нас только по большому счету и остались, не считая последний чемпионат, мировой чемпионат Gran Turismo. Ну что же, как я и говорил, в этой серии мы с вами займемся Сиэтлом, гонкой по Сиэтлу 100 миль. Ну и по просьбе одного из подписчиков решил я взять раллийный аппарат и опробовать его в кольцевых гонках, а именно вот возьмем эту Лянчу Дельту S4, поставим ее на гоночную резину, не знаю, правда, сразу нас пустят или нет, по идее это сейчас на ней стоят покрышки Dirt, и может придется заходить, нет, не придется, пустили. Куплено, по идее, на нее все. Да, сейчас только поменяем. Так как трасса городская, вот все-таки здесь я решил поставить резину софт на нее. Я говорил, что будем, скорее всего, только медиум использовать везде. Ну вот, в этой гонке возьмем софт, благо она не такая длинная, пит-стопов все равно будет не так много в гонке. Ну и что же, стартуем. Тут, правда, машины не в гоночной конфигурации, но ничего страшного. Пустить нас все равно пустили. Ой, сразу прямо их крутит, тут вертит. Сумасшедшие гонщики. Что-то в основном, я смотрю, там мускулкары были. И вообще американские машины. Ну, в принципе, да, трасса по Сиэтлу, по американской... по американскому городу. Да, гляньте, тут в основном против нас... Muscle Cars. Трасса довольно-таки качковатая. И, ну, правда, по идее, Лянча должна быть настроена, наверное, более или менее на мягкую подвеску все-таки. Хотя не знаю, как оно тут по дефолту идет. Вот, ну, будем надеяться, что козлить она сильно не будет. Я не тестился, не проверял. То есть это вот я включил и сразу в бой, так сказать. Перед записью я не тренировался на этой машине, на этой трассе. Вот. Ну, в общем-то, что, Лянча, Дельта, раллийный аппарат. В ралли есть и асфальтовые этапы, так что можно сказать, что даже, ну, вполне могла бы она в реальности здесь участвовать. Ничего тут плохого нету. Да, и обязательно в следующих гонках задействуем вайпер, это по-любому. Как же без него, но это будет в гонках, где нет ограничения по лошадиным силам. То есть вот три гонки, по-моему, там есть без ограничения лошадиных сил. Вот в какой-то из них мы обязательно задействуем вайпер. Может быть, также супру, ну, потому что мне как-то за нее немножечко обидно, за супрочку, потому что в первой части Супра, хотел сказать, что она нигде не была задействована, но нет. На черной Супре мы с вами проходили там чемпионат, как раз таки, по-моему, последний. А спешл модель именно белая, вот в классической такой белой раскраски Castrol,
все-таки она не участвовала. Ну, в общем, хочется мне еще на Супре проехать какую-нибудь гонку. Ой-ой-ой, нифига себе, зарылся носом. Блин, уже, в принципе, отрыв начал создавать. Во, два комара, по-моему. Сейчас в лидеры вышли, это старое поколение и новое. Две модели Z28. Только одна 69 года, а другая, по-моему, это 96 года. Свежий комарик. Ну, относительно свежий. Применительно к тому времени, когда игра вышла, конечно. Все-таки, да, довольно качковатый такой асфальт, особенно вот там на первом секторе. И так ее бросает немножечко нашу Лианчу. Может быть, даже не получится такой легкой прогулки. И, кстати, я вот ее взял, да, а ограничение в чемпионате 590 лошадей, а у нашей Лианчи даже нет 400. Но все равно даже по чистой скорости мы им не уступаем. То есть машины далеко не под завязку нафаршированы тюнингом. Вот этот поворот такой интересный, тут крутит почему-то постоянно. Если я заметил, по внутренней траектории в него входить, тот поворот, вот, где меня закрутило, там машина, она абсолютно теряет управление. Там, по-моему, внутренняя часть поворота, она так чуть-чуть ниже основной трассы. То ли там машина прижим теряет, вот когда это, то ли как-то теряет связь с покрытием трассы. Ну, то есть ее очень там сложно отловить. Там тут поворот надо стараться входить или посередине трассы, или даже ближе к внешней стороне. Тогда все будет нормально. Ладно, приноровлюсь, у нас еще почти 40 кругов впереди. Так, ну и, как я говорил, так как гонка длинная. Так, сейчас давайте вот его обгоним. Комарика этого. Новое поколение взяло вверх все-таки. Ну вот напрямую он, в общем-то, не отстает, точнее, не отрывается. То есть по мощности, видимо, примерно одинаковые. Вот, да, вот если вот по внутренней части входить, она действительно, машина очень плохо себя ведет. Вы гляньте-ка, сражается. Да, кстати, тут надо следить будет за резиной. Я думаю, что все-таки будет два пит-стопа. Думаю, что один пит-стоп делать бессмысленно. То есть это придется на полностью убитой резине делать довольно длинный отрезок. Зачем это нужно? Лучше сделать второй пит-стоп и получится, я так думаю, в идеале кругов 15 бы продержаться на каждом комплекте. То есть на 30-м круге сделать последний пит-стоп, второй, то бишь. И последний отрезок сделать уже чуть покороче, не 15, а 10 кругов тоже. И, может быть, там на последнем отрезке, опять же таки, по нашей старой схеме, попробовать там поустанавливать лучшие круги, выжать максимум из резины. На первом комплекте, естественно, лучший круг поставить не удастся, потому что я тут только привыкаю к управлению машиной. О, смотрите, остановился там кто-то в повороте. Блин, неужели они и здесь будут глючить? Ну, на самом деле печально будет, если... Вот как-то вот так вот лучше здесь входить. Вот видели, да? По внешней траектории. Тогда машина гораздо более устойчиво себя ведет и очень хорошо вгрызается в асфальт. Вот. Внутренняя же часть там какая-то скользкая. Может, там что-то развили, я не знаю.
Так, ну вот, вроде более или менее вышли вперед. Кстати, вот помню, по рельсам, вот видели, там рельсы были. По рельсам в первой части там проезжаешь, когда джойстик так вибрировал, прикольно. Здесь же у меня, сейчас я еду на джойстике без вибрации. Так что обратной отдачи нету. Так, ну и вот. В общем, есть возможность поговорить. Есть новости. Прикольные, довольно-таки интересные. Вообще фишка, конечно, очень забавная. Сейчас вам о ней расскажу. Помните, я где-то то ли в начале лета, то ли в конце весны, ну, в общем, довольно давно уже. Когда... По-моему, весной еще, да, это было. Я вам рассказывал, что тогда как раз вышло обновление для Gran Turismo 6 очередное. И там они прикрутили режим B-Spec в этом обновлении. Вот я о нем вам рассказывал. И тогда я шутил, что разработчики прям как будто бы... Ну, в общем, меня слушают и все делают так, как я говорю. То есть я их тогда... поругал, довольно-таки критически, вот, и в итоге они выпустили обновление это, и тогда, помнится, я еще добавил, что, скорее всего, то есть из того, что они обещали, тогда я сказал, что выпустили они практически все, кроме редактора трасс, и что вы думаете? Вот буквально до того, как записывать эту серию, ну, я зашел на сайт Gran Turismo официальный, просто, ну, дабы проверить, может, что-то вышло, как раз неделю где-то не заходил, и смотрю точно, объявление там висит, значит, новшество в обновлении 1.21. То есть последнее обновление аж было в июне 1.20, и вот они 3 месяца практически ничего не выпускали, и вот выпустили такие редактор трасс, и причем еще что более смешно, что они выпустили его именно в том виде, в котором я и говорил, что хотел бы его увидеть. Если вы помните, я тогда сказал, что если просто они его выпустят как вот в пятой части, то это будет... ну, абсолютно ненужная вещь, и что в пятой части я им вообще не пользовался абсолютно, только ради ачивки я там создал одну трассу так, абы как, потому что он был, ну, никакой, в общем. А я сказал, что если они выпустят его более продуманным, ну, то есть, чтобы там можно было абсолютно практически с нуля трассы создавать, выписывать полностью конфигурацию трассы, рельеф, в общем, какие-то окружающую инфраструктуру создавать, то тогда, да, это будет, конечно, мощный редактор, но я тогда, помню, сказал, что, скорее всего, в этом виде PlayStation 3 его не потянет, и в Gran Turismo 6 мы вряд ли его увидим. Ну, что вы думаете? Именно вот в таком виде они его выпустили. Это просто прикольно, я даже не знаю, то есть... Можете мне, короче, заявки свои оставлять. Я их буду проговаривать в своих сериях. Они, наверное, смотрят, может, мои прохождения. Разработчики Polyphony Digital. И вот мое слово, блин, берут за основу. Ну, я, конечно, шучу, но это действительно очень прикольно и, ну, неожиданно, я бы даже так сказал. Так что вот, редактор трасс они выпустили, и вот теперь все, абсолютно все обещания, которые они, в общем, обещали, обещания, они их сдержали и выпустили. То есть, последним был вот как раз этот редактор трасс. Последнее, что они выпускали... Да, там был режим без спек и... А, ну создание еще своих комнат, да, чемпионатов. Вот, по-моему, про это я еще тогда говорил. Угу, как раз.
вот это все дело вышло. Вот, и редактор, в общем, сейчас так вкратце объясню. То есть он, получается, ну, заходишь туда, выбираешь для начала одну из четырех, а не так, как это было в пятой части, что всего одна местность была, где можно создавать трассы, там сейчас четыре аж местности. Это Эйфель, ну, Эйфель — это, в общем, тот регион, так чтобы было понятно, где расположена трасса Нюрбургринг в Германии. Вот, есть, значит, Эйфель, ну, то есть, понимаете, там какой-то задник как бы создается, да, то есть местность вот эта, там горы, да, на фоне, ну, это отроги Альджи там, и вот получается красивый такой пейзаж у вас на местности, зелень, да, холмы какие-то, вот, и, значит, там можно трассу создавать. Потом есть Эйфель плоская местность, то есть без гор, без холмов, то есть рельефа, да, там меньше. Потом у нас идет Сиерра. Ну, Сиерра — это вымышленный этот регион, где у нас можно было 30-километровая там трасса, они вот сделали на побережье, и на разных сложностях там, ну, грубо говоря, с трафиком можно ехать. Я как-то помню, тоже рассказывал про этот режим. Ну, в общем, вот это вторая, получается, местность Сиерра вот это. Потом Willow Springs, это тоже реально существующая местность, собственно, где и расположена трасса Willow Springs, штат Калифорния это. И, ну, в общем, вот эти вот пейзажи там такие серо-коричневых тонах, да, то есть там какая-то такая пустыня или карьера, в общем, что-то такое. Вот, соответственно, вот эти четыре: Эйфель плоский, плоскогорье, точнее, нет, не плоскогорье, а плоский просто, плоская местность, потом Willow Springs и Сиерра. Ну и дальше все, начинаете строить, то есть прописываете, прорисовываете конфигурацию, такую, какую вы хотите, то есть там, ну, абсолютно конфигурация поворотов вплоть до угла, да, то есть можно там двойные повороты делать, ну, типа как первого поворота в Сузуки. Очень классно все сделано, то есть довольно-таки просто, понятно. Нарисовали конфигурацию, можно там по ребрике расставлять, то есть очень все, ну, до мелочей сделано. Внешние, внутренние по ребрике, высоту их там менять. Также расставлять, садить деревья, в общем, по периметру трассы, расставлять объекты, трибуны, там, ну, что там еще. Ну, в общем, весь антураж, да, который вот такой на трассе окологоночной, то есть будку там эту поставить, где будет сидеть мужик, который на финише будет махать нам флагом. Вот, то есть зоны безопасности, в общем, все это отрисовывается. Рельеф можно создавать свой, то есть где-то сделать там перегибы трассы, да. Ну, классно, конечно, сделано. Я вот за такой режим редактора я всеми руками за. То есть прям молодцы. Прям, я говорю, они как будто бы читают или, как сказать, слушают меня и делают все так, как я хочу. Вот. Но все, конечно, круто и отлично, но все-таки не обошлось без, ну, небольшой такой ложечки дегтя. Хотя кому как. Кому-то, может, это будет совсем большая ложка дегтя, кому-то, может, совсем это, ну, безразлично. Ну, в общем, заключается она в следующем. То есть редактор-то они выпустили, но в самой игре его как такового нет. То есть вот это все, что я рассказал: создание трасс, прорисовка конфигурации, расстановка объектов,
это все происходит у вас, та-дам, на планшетнике. Да, то есть это приложение для мобилочек. Это, ну, то есть оно вышло и для Android устройств, и для iOS на Apple. И все это дело, в общем, ну, я ролик смотрел на сайте, то есть там удобно, конечно, удобно на планшете. На телефоне не знаю, как это будет. Телефон все-таки с маленьким экраном. А вот на планшете, кстати, создавал трассу Лукас Арданьес. Ну, те, кто знает, это самый первый победитель GT Академии. Вот. И, ну, гонщик он сейчас, соответственно, является GT Академии. Nissan, точнее, уже не GT Академии. Вот. И он там, вот, возякая пальцами по этому планшету, значит, создавал трассу, то есть увеличивал радиус поворотов. Ну, создается очень все просто, не спорю. Прекрасная приложуха. Но вот минус его в том, что для меня это действительно минус, потому что, ну, телефон у меня на андроиде и не очень большой, как бы, и поэтому там создавать будет, мне кажется, не очень удобно. И даже, ладно, не в этом фишка, удобно-неудобно. В принципе, плохо то, что они только для мобилочек это сделали. То есть, да, можно было как-то продублировать его там, но в итоге в игре-то все-таки его сделать, потому что это, ну, как-то это странно. Вот. Видимо, вот этого я не учел, когда свои пожелания оставлял, и вот все-таки от себятина не добавили, не все сделали так, как я хотел. Вот, и все-таки немножечко, ну, на мой взгляд, это минус, конечно. Это минус, плюс еще я это рассказываю, ну, сам я его не щупал, этот режим. Вот смотрите, подвес снова вперед вышел. Но у нас, гляньте, резина уже истерлась, особенно задняя, вообще уже в хлам. Машину довольно-таки сильно сейчас ведет. Как раз 15 кругов, все, я на этом круге заеду. В принципе, хорошо, план удается. Я планировал уже до 15 круга дотянуть. Так что сейчас будем заезжать в боксы. Ну ладно, вернусь все-таки к редактору снова. И, ну, в общем, минус то, что они в игре в самой это не сделали. Вот, и минус еще в том, что, ну, англоязычная версия в Великобритании уже вышла, вот этого приложения, а там прямо на сайте, в общем-то, написано, что в разных регионах, ну, то есть время выхода этого приложения может отличаться, и вот на русском языке оно еще не вышло. Да, кстати, приложение называется, ну, на английском языке, Track Path Editor. Ну, то есть создание пути трекового, да. Вот, на английском языке. Можете, те, кому, у кого есть там планшетники, мобилочки, на момент, может, когда я выложу эту серию, может быть, оно уже и появится у нас, так что можете зайти там в App Store или в Play Market и посмотреть, может, оно появится. Я же вот буквально перед тем, как записывать серию, я заходил, и там его еще не было. Так что, собственно, ручно я пощупать не смог. Ну, я так понимаю, скачиваешь его, там устанавливаешь, там, получается, создаешь эту трассу, и потом внутри игры сейчас появилась иконка, называющаяся точно так же Track Path Editor. И там, в общем, происходит синхронизация, если зайти в эту иконку. Я вот буквально тоже как узнал, я обновил PS3 свою, и да, у меня уже вот появилась эта иконка, зашел туда, естественно, синхронизироваться мне не с чем было, вот, но как появится приложуха, я думаю, особых проблем там не будет, надо будет попробовать. Трассы, которые вы создаете внутри этого редактора, внутри игры, их можно ездить на них, в общем,
ну, по сути, везде, кроме как только, ну, в чемпионаты, да, официально их нельзя запихать. То есть и аркада, и там на двоих, и тайм-триал, и в онлайне. То есть их можно и в онлайн выложить, и с друзьями, допустим, покататься. То есть это тоже круто, на самом деле. Вот, и, в общем, ну, классно, молодцы. Получается, они довольно долго его пилили. Я говорю, что обновления не выходили вообще 3 месяца. Вот, и концепт-кары даже сейчас эти не выпустили. Хотя на сайте уже давно висит реклама новой Bugatti и Hyundai новые. Ну, концепт, точнее, Vision Gran Turismo. И Bugatti даже уже показывали на автосалоне. Но, ну, концепт-кар этот. Но в игре вот как-то она еще так и не появилась. Странно, конечно. Да, и, кстати, еще один косяк я, блин, совершил. Только вот недавно вспомнил. Ну, если помните, у меня днюха вот была не так давно, 14 сентября. И в Gran Turismo 6 есть фишка, что если в день рождения заходишь в игру, игра, ну, это дело знает, как бы высчитывает, просматривает, что у тебя днюха в этот день, и, в общем, дарит тебе машину какую-то. Вот, в том году я зашел, но фишка как бы в том, и тоже это, думаю, небольшой минус, то, что нужно заходить именно в день, ну, дня рождения. То есть, если зашел позже даже на день, по-моему, или там, может быть, не на день, может, на два, я не знаю, ну, по-моему, только в этот день нужно заходить, то уже все, ничего тебе не достанется. То есть, грубо говоря, профукал момент. Так что вот я очень давно не включал Gran Turismo свое шестое, да и вообще PS3. И вот сейчас зашел и как раз вспомнил. Думаю, ё-моё, у меня же можно было на халяву получить тачку. Хотя в прошлом году, ой, ну это смешно было. В прошлом году зашел на свою днюху в игру, и да, мне подарили машину, но там такой был аппарат, я даже не помню. Ну, в общем, каких-то 50-х годов машина, причем даже не какой-то там мускул кар, да, может быть, ну, мощный там это. Там что-то такое дали, типа Honda Beat, там, с 3,5 лошадиными силами мощностью. И внешний вид такого, ну, я не знаю, первых танков времен там Первой мировой войны. Ну, в общем, такое убожище. Хотя знаю, кому-то дарят чуть ли там не Bugatti. Ну, в общем, это рандом, понятно. Но мне вот досталась такая великолепная классическая машинка. Вот, ну, в общем, рассказал я вам вот такую новость о Gran Turismo 6. О седьмой части, в общем, печально. Как не было никаких вестей, так и нету. Ну, ждем парижской недели этой геймерской, в рамках которой должна, собственно, Sony выступить. А сегодня у нас 1 октября и Игромир, в общем, стартанул. Так что, ну, на Игромире там никаких конференций, как обычно, не проводится. Да и вообще, собственно, ничего особо нового туда не привозят. Поэтому я думаю, с Игромира мы ничего нового не узнаем. Вот. Уж, по крайней мере, громких анонсов там точно не будут делать. Ну вот, наверное, пожалуй, все пока по части новой Gran Turismo 6. Так, что у нас тут на трассе, значит, происходит? Ну, на круг мы уже обогнали несколько машин, но не все, то есть что-то еще в круге с нами держится. То есть, да, они проигрывают, но не так уж чтобы много. По крайней мере, вторым, по-моему, все-таки идет у нас Camaro Z28, ну, свежий который. Вот, и, по-моему, он вообще идет довольно близко ко мне. То есть не проиграл еще даже и полкруга. Хотя уже полгонки позади.
Так, ну, следующий пит-стоп, да, мы совершим на 30-м круге. Резина пока еще довольно свежая. И вот на ней как раз-таки мы круг обновили, заехав на пит-стоп. Но не намного вообще. Я рассчитывал, что побольше удастся снять. Ну, посмотрим, может быть еще улучшить удастся. По крайней мере, после второго пит-стопа на последнем отрезке. Да, я еще, кстати, в предыдущей серии обещал вам о Формуле 1, так на расслабончике поговорить. И, ну, сингапурское гран-при, да, мы там на прошлом Endurance Race обсуждали чуть-чуть, но тогда самого гран-при-то еще не было. Там только тренировки прошли, как раз там Даня Квят занял первое место. Вот. Ну а сам сингапурский гран-при, конечно, был довольно-таки, ну, неожиданные результаты, скажем прямо. Потому что мерседесы все-таки, как я и надеялся, да, они провалились, и, собственно, за победу они не боролись вовсе. Вот. И если честно, я, ну чего уж там греха таить, я обрадовался, когда Хэмилтон сошел, и у него проблемы образовались. Ну, то есть до этого, как вы помните, в Италии он безответных 25 очков взял. Тут, конечно, Росберг не выиграл при исходе Хэмилтона, но хоть какие-то очки отыграл. И на том, как говорится, спасибо. То есть с 53 он там... Вот, блин. Не отпустил газ вовремя. А, вот. И, ну, хоть какой-то гандикап, значит, отыграл. Сейчас между ними 41 очко. Ну, хотя нет, сейчас вообще-то еще больше стало. Но после сингапурского гран-при он отыгрался чуть-чуть. Но, конечно, смотрелись они кисло, мерседесы. А за победу действительно боролись Феррари между собой и Red Bull. И, в общем-то, Даня Квят, как я и говорил, квалифицировался он четвертым, ну, как бы последним из вот этой четверки, которые были быстрые. В общем-то, было понятно, что они будут бороться и за победу. А мерседесы тут как-то так отвалились. Они третий ряд на квалификации заняли, 5-6 место. И, кстати, Хэмилтон опять был впереди Росберга. Вот. И на старте, собственно, все так и осталось. А, нет, вру, Рикьярдо там прошел Райконена. И второе место долго занимал. В принципе, Квят там боролся с Райконеном, но не повезло, конечно, Квяту жестко вообще. То есть на трассе, ну, во время гран-при два, блин, пейскара было, и оба раза вот Квят заезжал ровно, вот прямо ровно перед этими пейскарами. То есть там за круг или даже на этом чуть ли не круге заезжал. И, блин, оба раза откатывался каждый раз все дальше и дальше назад. Это вообще, ну, просто, я, блин, когда смотрел, я аж тут, я не знаю, думал, ручки у своего кресла, блин, сломаю. Просто мне это аж бесило. Понятно, что это чисто случай. То есть тут виновата, в общем-то, и команда не виновата, и Квят не виноват. То есть тут чисто это, ну, случайности. Это гонки, как бы, понятно, что бывает. Ну, блин, оба раза, ну, это все равно прям выбешивало сильно, поэтому после первого пит-стопа Квят пропустил обоих мерседесов и, естественно, тоже отвалился от этой борьбы за победу. И трасса городская, поэтому обгонять возможностей очень мало. Да плюс, когда машины... Да, он был быстрее Квят, чем мерседес, это понятно, но преимущество было не настолько велико, чтобы, ну, бороться с ними прям на трассе. То есть, да плюс еще единственное место для обгона, это, естественно, там прямая, вот эта длинная, задняя, так называемая. Но мотор-то Рено проигрывает Мерседесу, и, в общем, ну, не было у него возможности
обгонять. Да и вообще ни у кого из лидирующей группы. В лидирующей группе, собственно, ни одного обгона мы так и не увидели. То есть они всю гонку паровозиком друг за другом так и проездили. Да, там отрывы сокращались, все-таки интрига была, но реальных попыток, даже попыток обгонов не было. Поэтому там есть, я знаю, те, кто Квята там хейтерят, типа, вот, что он такой, сякой просидел, а не атаковал, не мог чего обогнать, вот, типа, быстр, типа, да нифига, типа, не быстр, сам затупил, ну, что за бред, ребята, что за бред, трасса абсолютно не обгонная, никто на ней вообще не обгонял, но только обгонные состоялись практически только там, где или разница в резине уже была серьезная, или где-то в глубине пелетона, где кто-то там оказывался, опять же, из-за пит-стопов позади и обгонял. В лидирующей группе, еще раз говорю, ни одного реального обгона вообще не было. Там где-то в конце десятки, в конце, в самом гонке, вот Ферстаппин единственный там обгонял. Молодец, кстати. Вот, а так, конечно, я не знаю. Сумасшедшие только могут говорить. Ну или те, кто вообще не шарит, короче, в гонках. Им лишь бы, ну, пообсирать кого-то. В общем, не понимаю таких людей. И никогда не пойму. Так что многообещающая была гонка. Рикьярдо в итоге напарник Квята финишировал вторым. Молодец, конечно. Ну а Квят в итоге шестым финишировал. То есть после второго пит-стопа он опять отвалился еще дальше. Но там все-таки там и Хэмилтон сошел. Вот, ну и Боттаса он... Так, нет, Боттаса он не опередил. Ну да, вот он позади Боттаса так и финишировал. Вот, так что вот так вот. Квят только шестой, но все равно это довольно большие очки. Как я и говорил, уж, по крайней мере, за очки за большие он поборется. И поборолся, если бы не вот это вот, то... Ну, я думаю, по крайней мере, четвертым стопудово он мог финишировать. Это просто, ну, для него было место. Ну, а там, глядишь, может, и Райкинена бы зацепил. Вот. Ну, и вот буквально на этих выходных прошла гонка в Японии. То есть неделя всего была между Сингапуром и Японией. И, кстати, опять же таки, там на первая тренировка пятничная была дождевой. И в ней опять Квят был первым. Так что, ну, все равно приятно. Хоть это понятно, тренировки и погода была, ну, не сухая, так скажем, не посуху, но так это и тоже радует, что в таких сложных погодных условиях, значит, машина, по крайней мере, и машина работает, и сам Квят, он умеет в дождь ездить, и он в дождь он показал первое время на тренировке. Потом, правда, больше дождевых сессий не было, и там результаты ухудшились, но все равно в первой десятке был оба редбуловца. И на квалификации, в принципе, тоже он прошел последний сегмент квалификации и боролся, я думаю, там, ну, где-то не за первые, конечно, позиции, но, думаю, была возможность где-то в середине десяточки, там, может, на шестом-седьмом месте квалифицироваться. Но, блин, он в такую серьезную аварию попал, вот реально на квалификации он просто вылетел в повороте. Ну вот, кто конфигурацию Сузуки знает, там есть место, где она сама себя пересекает. Вот, и как раз после этого идет там шпилька, после этого пересечения, и перед шпилькой такой небольшой излом правый, скоростной очень. И вот в этом изломе он вылетел, а так как трасса, ну, можно сказать, олдскульная, да, зоны безопасности там, во-первых, не заасфальтированы во многих местах, во-вторых, довольно узкие, то есть он практически сразу же влетел в стену и разбил в хлам свой Red Bull, еще и через голову перевернулся. Ну, авария действительно была такая, она, конечно, больше зрелищная была, чем... Ну, как бы, слава богу, сам Данька там не пострадал, то есть с точки зрения безопасности она ему как бы не угрожала, но авария была очень зрелищная. И это было в конце квалификации, он как раз уходил на свою... Так, уходил он на свою первую попытку, потому что
первую попытку он не совершал, это как бы вот все на вторую ехали в конце, а он только вот первый раз выехал. Ну и, в общем, расколошматил, видать, ну, переусердствовал. В принципе, сам говорит, что это его ошибка. Он там траву зацепил, получается, слишком широко хотел зайти в этот поворот, и левой стороной машины выехал на траву, и машину, естественно, сразу бросила. Вот, и, в общем, из-за этого не то, что там с первой десятки, а стартовал он с питлейна только. А трасса скоростная, и, в общем... Ну, перебрали ему за ночь полностью машину, заодно сменили практически все элементы силовой установки. Ну, в принципе, правильно, если уж терять, все равно потеряли бы места, то решили, в общем, по максимуму ему команда заменить все детали. В итоге стартовал он с питлейна. Ну, в общем, я довольно потирал руки, думаю, ну, ништяк, будет прорываться тоже, гонку делать интересной. Но как-то с прорывом особо не задался у него, не задался прорыв. И в начале гонки еще и Рикьярдо тоже закосячил, стартовал седьмым, но сразу же буквально столкновение у него было там, по-моему, с Пересом. Ну и, в общем, оказался он с пропоротым колесом задним. А, нет, с Массой он столкнулся. И, в общем, ковылял до бокса. В итоге чуть ли не в круге оказался. После первого же круга отрыв у него очень большой оказался. И, ну, к финишу, правда, они с Квятом там рядом финишировали довольно-таки. Ну, то есть Квят, по-моему, финишировал 13-м или 12-м, не помню уже. Ну, а Рикьярдо позади него. Так что оба Red Bull'а гонку в Японии тебе закосячили благополучно. Ну а борьба, в общем, была, как обычно, между двумя Мерседесами. Правда, опять же, как она была, Росберг в какой-то веке взял пол на Сузуки, да, второй всего в этом сезоне. Я воодушевился, думаю, ну ништяк, может быть, все-таки удастся ему Сузуку выиграть. И на такой волне, что вот в Сингапуре он у него отыграл у Хэмилтона очки. А, да плюс тут, может, еще что-нибудь отыграет, поборется за победу. Но черта с два. Что-то мне вообще не нравится, как Росберг стартует. Абсолютно. Я помню, до Бельгии, вот когда ввели эту процедуру, ну что пилот должен самостоятельно выбирать эти обороты там для схватывания сцепления, Росберг, блин, громче всех орал, что вот теперь-то у него появится шанс Хэмилтона хотя бы на старте обходить. И типа, мол, Льюис стартует хуже, это вот мой шанс на старте гонки его уделывать. Но как только ввели это правило, как раз таки обсираться на стартах стал именно Росберг, блин. И Сузука не стал исключением, он стартовал с пола, но Льюис стартовал даже чуть-чуть лучше с грязной стороны трассы, и к первому повороту они поравнялись между собой, блин. И Льюис, получается, входил в первый поворот на Сузуки, вот, ну, знаете, какая у него конфигурация, то есть первая часть более быстрая, они вошли бок о бок. В принципе, и во вторую вошли также бок о бок, Росберг с внешней стороны. Так, вот давайте второй пит-стоп сейчас совершим, как раз 30-й круг. Вот, и там уже будем лупить на последнем отрезке. Так вот, и Хэмилтон довольно-таки жестко его, ну, оттеснил. Уж там греха таить, выдавил его на внешнюю. Росбергу пришлось там поскакать чуть-чуть по поребрикам, попылить даже. Ну и за счет этого он снял ногу с педали газа и пропустил еще двоих. Пропустил он и Феттеля, и Боттаса. Точнее, наоборот, Боттаса, по-моему, и Феттеля. А, хотя нет, Феттель, да, вышел на второе место, Боттас вот третьим стал. И Росберг только четвертый вышел из второго уже, получается, поворота. Ну и долго тратил время, чтобы опередить. То есть за счет первого пит-стопа он опередил Боттаса, потом стал преследовать Феттеля, и после второго пит-стопа опередил и Феттеля.
То есть полгонки потратил на то, чтобы выйти за спину Хэмилтона. К этому времени уже отрыв там был порядка, блин, почти 10 секунд. Естественно, такой отрыв отыграть довольно сложно. Ну, он там поначалу принялся там штамповать круги, но нифига у него не получилось. И в итоге так они и финишировали. Хэмилтон первый, очередная победа у него. Наконец-то он сравнялся со своим кумиром Айртоном Сенной. Он давно уже говорит, что это его кумир, и он именно хочет вот стать трехкратным чемпионом мира, как Сенна. Ну и я думаю, что без проблем он в этом году, конечно, станет. После этой гонки, я не знаю, вряд ли уже что-то светит Росбергу. То есть даже там, где у него шансы появляются, стартуя с пола, он все равно просирает свои возможности. И до финиша 5 гонок, и ну, чтобы там интрига как-то хоть возобновилась, это надо Хэмилтону чуть ли не два раза сойти в этих двух, в этих 5 оставшихся гонках, а это, ну я не знаю, почти нереально. Это надо Росбергу кого-нибудь подкупать, чтобы его на старте Хэмилтона, чтобы на старте выбивали. Да и то в этом даже случае, блин, не факт, что Росберг выиграет. Ну а следующий этап у нас будет в России, ребята. Так что получается на следующих выходных. И будут показывать в полном объеме весь уикенд. То есть в этом году ни разу не показывали тренировок. А вот на Гран-при России. Ну я, кстати, так и думал, что как раз сразу после Гран-при Японии, думаю, ну хоть российский бы уикенд показали полностью. Все-таки ехать никуда не надо, пускай у них там финансовые проблемы сейчас, понятно, у ГТРК там. Но здесь-то что, у себя в стране не надо никакие ни визы, ничего, поехали, да, свободно и транслируйте. Ну и действительно, молодцы хоть на этом, что российский этап будут транслировать полностью. Трасса в Сочи, второй этап. Ну, имеется в виду, что второй этап вообще в карьере этой трассы, второй год. На этот раз привезут туда не столь консервативные типы резины. На этот раз будет софт и медиум. В прошлом году это был хард и медиум, то есть жестяк, поэтому всего один пит-стоп был в гонке. Ну и из этого, в общем-то, можно сказать, она так пресноватенько прошла. Единственное, там Росберг шоу делал, прорываясь с самого конца на второе место. Вот. В этом году пит-стопов должно быть побольше. Ну, посмотрим, как проведет наша страна второй этап своей гонки. Надеюсь, что, по крайней мере, не хуже, чем первый. Вот. Так, вот, кстати, да, пошел у нас лучший круг сейчас. 1.35.1. На последнем комплекте, ну, уже, по крайней мере, ну, надо будет попробовать сейчас еще улучшить, выжать из резины все. Вот, так что призываю вас смотреть Гран-при России, Сочи, Олимпийский парк. Так что, ребята, это, кстати, последний раз, когда у нас будет наш Гран-при осенью, в октябре. В следующем году, то есть следующего этапа не придется ждать так долго. Следующее гран-при наше будет 1 мая. На наши праздники, вот именно. Они сразу говорили, что собираются перенести на третий год, на весну, наш этап. Но куда именно, точно пока не знали. Хотели сначала в апреле сделать, но потом решили, что вот у нас майские праздники, вот эти, ну именно в нашей стране, и вот решили приурочить к ним гонку. Ну, на мой взгляд, правильно, как раз это выходные дни, праздничные, люди готовятся как бы загодя к этим дням, то есть копят какие-то, ну, средства. Ну и вот одна из фишек — это потратить деньги и первомайские праздники провести, наблюдая вот такое вот зрелище Гран-при России в Сочи. Так что вот, ребятки,
те, кто в теме, те, кто неравнодушен. Смотрим все наш этап. Болеем за Даньку. Родные стены, как говорится, помогают. Если он в прошлом году на Торо Россо пятым там финишировал, вот желаемое за действительное выдаю, квалифицировался он там пятым на скромненьком Торо Россо в том году. Но думаю, на Red Bull'е, по идее, трасса это им должна подходить. В Сочи это примерно как... Да, она быстрее, чем Сингапур, конечно. Прилично быстрее, но все-таки вот там третий сектор, он такой больше на городскую трассу подходит. Походит, точнее, там эти вот 90-градусные повороты, медленные связки. И там Red Bull должен неплохо смотреться. О, кстати, я что-то профукал момент. Смотрите, 1.33.405. Предыдущий, ну, точнее, предпредыдущий круг был. Так что вот рывком таким удалось даже улучшить почти на 2 секунды сразу. Вот этого я, собственно, и ждал. Последнего комплекта резины. Прошу прощения. Вот. Ну, хорошо. В общем, свою задачу я тоже выполнил. Круг улучшил. Сейчас можно... Ну, сейчас резина уже подсела. Сейчас, думаю, не удастся улучшить. Так, в районе 1.35, там, 34 с лишним можно ехать, но на уровень лучших кругов вряд ли уже выйду. Так что вот такие события происходили за эту неделю истекшую. Два сразу этапа. Сингапурская гонка была интересная, скорее больше тактически. И вообще там интересно, так второй пискар был, кстати, из-за того, что человек на трассу вышел, фанат. Прям прогуливался по трассе, чуть ли не в носу там ковырял с банкой пива такой. Вот, ну, видимо, там рядом как раз клуб, именно вот в этом месте, где он вышел, там рядом клубешник какой-то. И вот, видимо, он вышел такой из клуба, может, там он уже сутки зависал, такой смотрит, опа, а чуть-чуть здесь каких-то заборов понаставили, ограждения, раз, перелез такой, смотрит, что-то не то, ну, прогулялся там по прямой, потом, главное, потом раз и сам залез, то есть он, ну, добрых, наверное, не знаю, метров 150 по трассе прошагал такой, никто ему вообще даже слова не сказал, и он раз такой в следующую эту бойницу и залез, ну, где маршалы вот флагами машут, залез, и все, больше вы не видели. То есть, а пейскара так на трассе еще и не было. То есть, по сути, его можно было и не выпускать второй раз. И тогда, может, Данька бы, кстати, и повыше бы финишировал, по крайней мере, пятым. Вот, но что было, то было. В общем, организаторы все-таки выпустили пейскара. Вот, кстати, по-моему, первый раз только обгоняю комарик вот этот. То есть, вы смотрите, он всю гонку держался и не проигрывал круга. Молодец. Хотя, может, опять же, я где-то пропустил момент, и, может, где-то на пит-стоп он заезжал, на пит-стоп я его прошел, не знаю, ну, по мне так, по-моему, первый раз его прохожу. Так что вот, второй пейскар был, ну, не сказать, что спорный, нет, конечно, надо было его выпускать, потому что мало ли, если, может, в том районе как-то маршалов было меньше, и не смогли они его вовремя скрутить этого, а вдруг он бы опять вылез на трассу, а там это прямая и скорости там, ну, под 300, то есть, и плюс еще же гонка ночная, мало ли что, да и пилоты, они ж сконцентрированы полностью, то есть, не дай бог, они его там не заметили, и, ну, если честно, страшно подумать, что могло случиться, если бы, но, к счастью, он не пострадал. Вот. Его, кстати, потом, я считал, его скрутили, в ментовку отвезли в местную и назначили ему, ну, грозило ему, в общем, до года лишения свободы за вот такую выходку, но в итоге его не посадили. Что-то штраф какой-то ему там выписали, не помню уже сколько, но парняга... Ну, в общем, штрафом он отделался. Ну вот, молодой там парень какой-то, лет 25, 27, ну вот,
Так что вот такое, давно такого не было. На трассу не выходили люди, не выбегали. На моей памяти последний раз это было Гран-при Великобритании 2003 года. Тогда как раз Баррикелло выиграл эту гонку. Тоже интереснейший этап был. Куча обгонов, куча пейскаров, и вот один из них тоже был по причине религиозного фанатика, который выскочил там с каким-то плакатом в национальной ирландской одежде. Вот, и такой забавно перебегал прямую Hunger Straight. Ну, те, кто в Silverstone знают, в курсе, ну, как бы задняя прямая, вот это, ну, там тоже скорости сумасшедшие, блин. А он прямо вот пересекал трассу, причем машины ехали, гонка уже там где-то в середине была, то есть растянут был пелетон. И, ну, повезло, в общем. И в Хокенхайме еще в 2000 году, помню, тоже там германский работник с Мерседеса, с завода Мерседес, вышел там в знак протеста тоже в 2000 году на Хокенхайме, еще когда Хокенхайм был классическим, олдскульным, великолепным автодромом с длиннющими лесными прямыми. Вот на эту, на одну из лесных прямых он и выскочил тоже там чувак. Там вообще трасса длиннющая была, там маршалов, я не знаю, там 10 человек, наверное, на всю трассу было, и его вообще там полчаса не могли поймать. Ну, я утрирую, конечно, не полчаса, но довольно долго он там бегал по этим бровкам, по трассе. Руками махал, там приветствовал пилотов. Ну, сумасшедший. А там скорости, напомню, вообще были тогда до 370 км в час. То есть там, я не знаю, если бы его сбили, то там, ну, просто мясо бы было. Жесть, конечно. И, кстати, ту гонку тоже Баррикелло выиграл в 2000-м. Я как раз болел за него. Поэтому помню, это его первая победа в карьере была. Классная гонка. Вот. Ну что же, ладно. Обсудили вроде бы все, что я хотел. Надеюсь, я вас развлек этим рассказом по ходу этой нашей длинной гонки. Вот, и все, финишируем. Вот, чуть-чуть не зацепили очередной. Кстати, вот это, да, был Plymouth GTX. Последним финишировал. И действительно, да, вот Камара финишировал вторым. А третьим... А, это Shelby GT350 была, да? Понятно, это был не Камара. В общем, вот они только крупы проиграли. А этот вообще, значит, в конце гонки проиграл. Камарик, ну молодец. Так, ну что же, вот минуту 0.6 занимает гонка, кстати, вот гляньте на ютубе, скорее всего тоже само видео будет короче, чем даже сама гонка внутри игры. Вот наш круг тут, 1.33.405, на последнем комплекте резины 150 тысяч, не так уж сказать, чтобы много, но пойдет, в принципе, гонка не шибко сложная оказалась. Вот, проверили мы, как себя ведет Лианча в городских условиях на кольцевой трассе. Ну, в принципе, неплохо. Сама трасса довольно сложна, поэтому были ошибки. Так, смотрим, что нам дали. Я прямо в напряжении. Ого-го-го-го-го-го! Вот, ребята, это крутяк. GT90 Ford. Это реально супер, черт, я думал, что его дают чуть ли не за супер лицензию, ну или за одну из последних лицензий. Я вообще не помню, чтобы я его зарабатывал. Хотя я проходил Gran Turismo 2, блин, может различия есть все-таки в... Ой, в версиях игры. Хотя нет, скорее всего нет, все-таки я его, наверное, зарабатывал, но просто не помню. Почему-то мне казалось, что его за лицензию дают, ну... Тем круче. Ну, реально круто. Кстати, вот на нем тоже надо будет тогда проехаться какую-то одну из гонок. Может быть, последний чемпионат. Может быть, одну из тех гонок, где ограничений вот нету, я как говорил. Тоже, кстати, свое мнение высказывайте. У нас из таких гонок, где нет ограничений, будет 2 часа по Риму и Лагуна Сека. И вот какой-то из них... Надо будет нам его использовать. Обязательно, обязательно. Я хочу на нем прям проехаться.
Так, ну ладно, великолепно, что нам его дали. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам все понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока и удачи!